я человек. Я посредине мира. За мною мириады инфузорий. Передо мною мириады звезд. Я посредине лег во весь свой рост. Два берега, связующие море. Два космоса, соединивший мост. Это стихи поэта Арсения Тарковского. Мне кажется, что это идеальный эпиграф к нашей сегодняшней теме. Два космоса, соединивший мост. Мы сегодня будем говорить о художнике Джотто, а еще точнее сосредоточимся на одной его картине, которая называется, вернее, фреске, которая называется «Поцелуй Иуды». Именно этот эпиграф «Два берега, связующие море», «Два космоса, соединивший мост», «Я посредине мира» – это очень важные слова, которые характерны не только для Джотто, но и для всей эпохи, в которой он жил. Джотто жил на сломе двух столетий – 13 и 14. Вот ровно его середина, его жизни пришлась на слом двух столетий. И эпоху эту принято во всей мировой культуре называть эпохой Данте и Джотто, потому что Данте и Джотто были современниками. Философ Мераб Мамардашвили о Джотто когда-то сказал: «Джотто вышел в трансцендентный ноль». Эта сложная фраза заставила его слушателей очень смеяться, но немножко подумавши, мы решили, что точнее все-таки сказать нельзя. То есть Джотто начал с нуля. Просто то, что он сделал в искусстве, или то, что он предложил в искусстве, искусству, до него никто не делал и никогда. Он начал с нуля. И, может быть, в этом смысле каждый гениальный человек выходит в трансцендентный ноль. Микеланджело вышел в трансцендентный ноль. Поль Сезанн вышел в трансцендентный ноль. Казимир Малевич. То есть вот они начинали как-то снова, сначала, с нуля. Вот в этом смысле, да, Джотто вышел в трансцендентный ноль. Потому что о нем можно сказать совершенно спокойно и уверенно. Именно с Джотто Бандоны начинается современная европейская живопись. До него в европейском мире принята была икона или византийская живопись. Биограф итальянских художников Джорджио Вазари сообщает нам такую легенду, бытовавшую в то время, а может быть, это и правда было так, что Джотто был учеником художника Чимабуэ. И в музее Уффици рядом висят две картины, две Мадонны. Мадонна Чимабуэ и Мадонна Джотто. Вот когда вы смотрите на эти обе Мадонны и сравниваете их, даже если вы ничего не знаете об искусстве, а просто смотрите на одну картину и на другую, для вас разница между не только двумя художниками, а вот между двумя эпохами, между двумя совершенно разными принципами. Вы видите абсолютную разницу, вы видите, что они по-разному видит этот мир. Картина Чимабуэ необыкновенно изысканна, необыкновенно изящна. Можно сказать, что он художник не просто византийский, средневековый, он художник готический. Его Мадонна бесплотна, изумительно красива, а декоративна. Долгие пальцы, длинные руки не держат младенца, а делают знак того, что они его держат. Лицо ее передает принятый в византийской живописи канон. Восточный, узкое лицо,
долгие глаза, тоненький нос, печаль в глазах. Это плоская, бесплотная, каноническая, условная живопись иконы, лика, не лица, не типа личности, а лика. А рядом висит икона или, скажем уже, картина Джотто на троне, инкрустированном красивом троне в стиле, который только тогда был принят, только тогда входил в моду. Такая инкрустация мрамора. Сидит женщина, широкоплечая, мощная такая, молодая, с румянцем во всю щеку. Крепко держит руками крепкого младенца. Прекрасная белая рубашка. Тело ее подчеркивает, ее телесность, ее мощь. И она спокойно смотрит на нас. В лице ее нет страданий. Оно полно высокого человеческого достоинства и покоя. Это уже не Мадонна. Это уже не икона Богородицы. Это уже Мадонна в итальянском позднем смысле и понимании этого сюжета. То есть это и Мария, и прекрасная дама. Знаете, я возьму на себя смелость сказать очень рискованную вещь. Я хочу сказать, что то, что сделал Джотто в живописи, продержалось в европейской живописи до импрессионизма. Именно Джотто создал то, что на современном европейском языке называется композиция. Что такое композиция? Это то, как видит художник сюжет. Вот как он его себе представляет. Как он, как очевидец, как бы представляет себе, а как это происходило. То есть художник сам является сценаристом, режиссером и актером своих картин. Его картин – это некий театр, в котором действуют актеры, где режиссируют этими актерами. Он художник и говорит: вот я там был, вот слово вам даю, я при этом присутствовал. А было это так. И начинает рассказывать, как это было. Но мыслимо ли это для средневекового сознания? Говорит: я это видел, а было это так. То, что сказано в Писании, должно быть, а не то, как ты это видел. То есть он является личностью, именем, который отвечает за то, что он пишет, и отвечает за то, что было это так. И вот «Поцелуй Иуды» – это фреска, написанная очевидцем действия. Где-то в 1903 году Джотто получил замечательное предложение. Заказ расписать маленькую церковь, которая была построена в городе Падуе на римской арене. Биограф Джотто, один из биографов Джотто, Вазари, Джорджо Вазари, он очень оставляет интересные сведения. Он говорит о том, что Джотто приехал расписывать падуанскую церковь ненадолго, опережая свою компанию, то есть своих товарищей. И точно так же, как в средние века Андрей Рублев писал «Сотоварищи», точно так же и на Западе церкви расписывал художник, имеющий имя большое, «Сотоварищи», то есть со своей художественной бригадой. И вот та фреска, о которой я хочу рассказать, «Поцелуй Иуды», а это фреска, которую, конечно, он писал сам. Вот я хочу о ней рассказать не только потому, что, по всей вероятности, это одна из немногих его абсолютно чисто авторских работ, как «Троицу» Рублева, но еще и потому, что она действительно уж очень полно раскрывает и личность этого художника. И когда мы смотрим с вами на фреску «Поцелуй Иуды», мы с вами сразу выделяем глазами
центр композиции. В этом центре происходит главное драматическое событие. Мы с вами видим, как Иуда, обняв Христа, поглощает его. И это две фигуры центральные. Это центр композиции. Мы видим справа, как вошел первосвященник Иерусалимского храма и показывает пальцем на Христа. То есть, если мы проследим за движением его пальца, как раз упремся в лицо Христа. А слева мы видим апостола Петра, который хоть и отрекся трижды, пока трижды пропил петух, но все-таки вытащил хлебный нож, этим ножом отрезал ухо. И мы видим, как он с этим ножом кидается на Иуду, но путь ему преграждают толпа. И если мы проследим с вами за направлением руки, вот он, и за направлением ножа, то мы с вами видим, что эти линии сходятся над плащом Иуды, просто на лицах. Поэтому можем сказать, что центром композиции является даже не две фигуры, соединенные вместе, а два лица. И вот с этой точки и интересно эту композицию прочитывать. Вот что интересно, что если вы внимательно посмотрите вот на эти два лица, которые, несомненно, не целая фигура, а на эти два лица, вот это ядро является центром композиции, то вы увидите разницу в трактовке этих лиц. Благородное, прекрасное лицо Христа, золотые густые волосы, светлое чело, спокойный взор, и вот эта вот чистая шея, такая колонна шеи, какое-то серьезное, сосредоточенное, прекрасное лицо. Так Христа, как героя, как красавца, как такого изумительно красивого человека, будет потом, в дальнейшем, когда-то, 100 лет спустя, изображать итальянское возрождение. Вы знаете, это очень важно. Это не изможденное, измученное страданием, истекающее на кресте от копья Лонгина тело. Это не умученная плоть, а это прекрасный мужчина, полный сил. И к нему приближает свое лицо, ну, какой-то просто черный капан, черный поросенок. И если лоб у Христа выпуклый, то у него вогнутый, как у неандертальца. И маленькие глазки, такие вот, под этими самыми нависшими лобными костями, всматриваются в его глаза. Джотто дает посмотреть на этого человека близко, на его физическое уродство. И он первый раз физическое уродство отождествляет с уродством нравственным. И физическую красоту, и совершенство с красотой нравственной и совершенной. То есть тот путь, по которому пойдет эпоха Возрождения, когда всегда Иуду будут изображать уродом, как на картине, скажем, Леонардо да Винчи, «Тайны вечери», когда его показывают. Это всегда уродливое существо. И вот здесь, мне кажется, самое интересное. Это то, чего вообще никто в европейском искусстве практически не делал. Когда центром композиции является даже не эти два лица, а когда центром композиции перенесен на психологическое состояние внутреннее. Внутреннее, происходящее только между двумя этими людьми, потому что между этими двумя людьми происходит объяснение, безмолвное объяснение. Объяснение глазами. Снизу это толстый, нескладный, уродливый Иуда Искариота. Он всматривается в лицо Христа. Он ищет для себя какого-то ответа. Не оправдание даже своего поступка, а как чего-то, чего он не знает. Что он хочет узнать, что является причиной его падения такого страшного. А Христос не отвечает ему взглядом. Он ничего не может прочитать Иуда. У него спокойное очень лицо. Он спокойно на него смотрит. Не презирает его, не отвечая ничего, отражая его взгляд. Это называется пауза. Вот эта пауза лучше всего удается в кино,
а вот эта дуэль глаз и паузы. И, возможно, она и в театре, безусловно, особенно в современном театре, и в чековом театре. Пауза, зависшая пауза. И нам кажется, что происходит очень бурное действие, а на самом деле действие останавливается в кульминационной точке. Оно все подвешено к паузе, к молчанию, к секунде до того, как он его поцелует. В этой трактовке Джотто он его не целует. Он только приблизился для того, чтобы его поцеловать. Здесь что-то такое есть, что понятно только двум людям и больше никому. Здесь есть такое объяснение, которое только между двумя людьми. И оно главное. Потому что поцелуй – это уже следствие, это точка, это финал. А вот драматургия, настоящая драматургия, вот в этом вот психологическом выявлении, выяснении отношений в паузе, по силе того, что есть пауза в картине, а с Джотто может сравниться только Рембрандт. Вот у Рембрандта, который жил в 17 веке, к таким психологическим паузам, ну, это надо посмотреть нашу картину, которую музей изобразительных искусств «Асу Романа и Сфии». Но там вот именно вот это вот действие остановлено на паузе. Уже сказала она, еще ничего не решил Асур, и уже понял ответ Аман. И между ними вот эта пауза. Или «Блудный сын». Это не важно, какую из картин возьмете, это вот чувствовал эту психологическую драматургию, трагичность паузы. Всегда о Джотто пишут, а не просто пишут, а даже это стало уже немножко таким ироническим. Что открыл Джотто? Перспективу. Сегодня, дети, я расскажу вам о великом Джотто. Это очень смешно в Маркордио Феллини. А когда в школе учительница по искусству говорит, что создал Джотто, они так и хором. Перспективу. Вот никакой перспективы Джотто не создал. Это неправильное убеждение. Он не перспективу создал. Он создал другое пространство картины, где под пространством следует понимать действие происходящее. И это действие не просто происходит как историческое действие, оно происходит и как психологическое действие. Оно происходит как энергетическое действие. И эта толпа вошла, она не просто вошла, она вошла в ночи и по темному небу. Вот эти вот самые там факелы горящие вправо-влево, колеблются, вы чувствуете это вот движение на фоне неба, волнение и наэлектризованность толпы. Что интересно в массовке, что эта массовка отнюдь не индифферентная. На этой массовке, если вы посмотрите внимательно, очень разработан почти каждый участник этой массовки. Там есть просто невероятные переданные состояния. Там есть парадная очень любопытная справа от Иуды. Такой военный человек в поножах железных. И у него от напряжения просто шея вытянута и рот открыт, глаза выпучены. Он своей этой металлической поножей наступает на голую босую ногу молодого человека, который стоит с факелом. Этот молодой человек даже не дрогнул, он даже не чувствует боли, он даже внимания не обращает, что на нем стоит мужчина в железной поноже. Так он напряжен, так он следует, да и боли не чувствует. Вот как найти такие детали? Никогда уже искусство привыкло работать с такой драматургией. Вы забыли? А когда оно еще ничего этого не знало, когда он был первый, но и последний, потому что, в общем, он, что называется, не только поставил, но и решил огромное количество задач. Не только создав композицию «Я, Джотто», это решение драматургическое, вижу так. Вот мои действующие лица, вот мой хор.
А когда он еще разрабатывает это психологически, когда он еще показывает в одном действии многовременность. Потому что здесь, вот посмотрите внимательно на картину, здесь действие происходит вот здесь и сейчас, в данную минуту, в данную секунду. То есть время подвешено к минуте. Еще секунда, и можно расходиться. Все кончено. Спектакль окончен. И тигр съел дрессировщик, и все довольны. Расходимся по домам, обсуждаем. Но пока еще то не произошло. Это напряжение мгновения, на которое все намагничено. Второе время – это время историческое. Но что он нам показывает? Историческое действие. Он нам показывает действие историческое. Это один из центральных эпизодов истории Христа, который входит в страсти Господа. Но он нам показывает и время вечности, безграничное и очень интересное. И обратите внимание, как. Во-первых, края фрески режутся под кулисы. Они режутся просто по лицам и по фигурам. Вы предполагаете, что там еще много-много-много-много-много-много-много людей. Их так много, их очень много. Полный город, полная страна, полный земной шар. Их сколько угодно. Просто они не вмещаются туда. Вы можете представить, какое огромное количество людей видят это действие из другого пространства и другого времени. Это выходит за пределы сюжета. Это больше. Ваше воображение должно подсказать, насколько это больше. Но здесь есть одна тонкость, которая вообще невероятна. С моей точки зрения, просто невероятна. На самом заднем плане есть одна фигура. Она как бы сдвинута чуть от оси центральных фигур вправо, чтобы вы ее видели хорошо. В профиль к нам парень с надутыми щеками, вот такими раздутыми, как шары, смотрит в небо и трубит в олифант, то есть в рог из слоновой кости и инкрустированный золотом. Он трубит вверх. А что это значит, что он трубит вверх? Он единственный, кто на этой фреске трубит вверх. Ангелы трубят вверх. Воскрешение из мертвых. Когда они трубят вниз, это наоборот страшный суд. А когда они трубят вверх, это воскрешение из мертвых. И вот это идет воскрешение из мертвых. Что-то показывает, он его еще не поцеловал. А там уже трубят воскрешение из мертвых. Славу! Бессмертие. Ну, вы знаете, если бы вот так разобрать каждую из его фресок, то каждый из его фреск вызывает столь же большое изумление и недоумение. Каким образом один человек за одну свою жизнь, не имея прецедентов, повторяю снова эту смешную фразу, выйдя в трансцендентный ноль, создал с чистого листа современное европейское искусство, композицию как действие, композицию как причинно-следственную связь, композицию как временное действие, насытив его разновременностью и очень большим количеством психологических оттенков. Вот Джотто Бандоне – редкая фигура, когда он был и временем ценим, и во времени остался как величайшая фигура художника. И вот мне слово «реформатор» не нравится. Но вот человека, начавшего с нуля. Я человек. Я посредине мира. За мною мириады инфузорий. Передо мною
мириады звезд. Я посредине лег во весь свой рост. Два берега, связующие море, два космоса, соединивший мост.